ты разворачиваешься. Заметил? Чувствуешь это ощущение? Да, да. Вот-вот. Ты стартовал и полетел прямо. Ага. По плану мы немножечко отклонились от плана. Вот, по плану у нас с Георгием был полет 180 градусов, 180 градусов, как я говорил, да, разворотики 360, но так как термическая активность не дает нам так просто приземлиться, мы решили немножко поработать в термиках дополнительно. Вот, я думаю, что Георгий освоил развороты на 180 градусов и 360, уже, в принципе, мы это сделали, только в термических условиях, а не в динамических. В данный момент мы будем строить заход на посадочку. Приземление у нас будет вот на этом большом поле, на котором мы работали до этого. Вот. И как это будет происходить, я буду рассказывать вот сейчас. Нет, все хорошо, да. Вот сейчас вот. Для того, чтобы понять, откуда дует ветер, мы можем посмотреть на солнышко. Солнышко у нас есть, но, соответственно, немножко потеряв высоту, да, после этого мы будем делать галсы, повороты вправо-влево, разворот на 180 градусов, теряя высоту и плавно-плавно приближаясь к склону. Потом мы подходим ближе-ближе к склону, работаем с ними, выстраиваемся в линию, когда мы снизимся достаточно до места, хорошо. Получается,
получается ротор вот этих зданий. Когда стоит поток, он стоит всегда вот там впереди зданий, так как видишь, рельеф как идет, да, он всегда стоит поток, то получается нас подсасывает туда, а потом еще и подскладывает. Разворачиваемся на 180 градусов назад, да, включи в другую сторону, как тебе хочется. Разворачиваемся на 180 градусов. Мы идем по ветру и снижаемся, заметьте. Замечаешь, да, снижение, да, да, резко увеличилось. Да. Да, потому что все потоки, они сходят за спиной у нас, а отсюда все убежало. Что тут собачка бегает какая-то, смотри, человек там какой-то. Ой, да, это знаю, это же Кеннер. Этот самый, Син. Это Син. Так вот. В данный момент я хочу тебе... Да. Я дам тебе возможность посмотреть. Так, держи. Отпускай, да? Просто отпусти. Да. Держи теперь. Ты можешь записывать. Тебе будет интереснее. Вот так звук будет, понимаешь, да? И будет видно все, что происходит. Забрал. Ага. Значит, построение. Выстраиваем построение на посадочный заход. Вот. Подходим. Обрати внимание. Я к склону подхожу. Подхожу к склону, делаю разворот. При развороте меня просадит обязательно. Ага. Будет просадка. Я это учу. Я могу здесь приземлиться уже, как ты понимаешь, сделав вот такое движение. Ага. Ножки вверх сделай. Да лучше там, нет? Да, я здесь не буду приземляться, я просто говорю, я могу здесь приземлиться, понимаешь, да? Раз, но я этого делать не буду. Я вылетел. Ага. После этого сделал галс влево. Смотри. Галс сделал влево. Ага. Тот же динамик, замечаешь? Да, здесь? Да. Тот же динамик будет. Видишь? Теперь сделал галс вправо. Меня начнет просаживать, так как здесь уже потом заканчивается. Вот когда я подойду к тому месту, где мы припарковались. Но сейчас меня начнет просаживать. Я поворачиваю уже, делаю финишный approach. Поджимаю к леванту, обрати внимание. Ага. Поджимаю к леванту. Отпускаю к леванты. Разгоняю специально. Понимаешь, смотри мои руки. Посмотри на мои руки. Ага. Видишь? Смотри на мои руки. Жду, жду, жду. И сейчас делаю. Раз. Так, когда мне пошли, пошли, пошли сейчас. Чувствуешь? Да. И ложу клевант. Одну клеванту затянул, а другую я отпустил. Из-за этого крыло улетело, ага, в одну сторону. Понял, да? Одну клевант. А я поздно спрыгнул, наверное, да? Ты встал, имеешь в виду? Да. Ты нормально сделал. Я специально так сделал. Разверни камеру. Разверни камеру на нас. Все сделал хорошо. Дело в том, что когда ты в тандеме, тебе лучше поднимать ноги. Это правильно. Вот, потому что я, это мой стиль полета. Я приближаюсь к земле, максимально близко прохожу и мягко тогда делаю посадку, потому что я на скорости прохожу. Замерз? Вот. Руки замерзли, как ни странно. У меня тоже. В общем, ребят, мы сделали небольшой обучающий полет тандемный для Георгия. Я думаю, что у тебя...